Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник, мы продолжаем вместе с вами проходить мод под названием White Neighbor. Вчера я что-то собирался вам снять второй ролик, но что-то я, короче, отрубился и что-то как-то вот до утра проспал по итогу, не знаю, как так все происходит, зима на улице, ребят. Ладно, ребят, продолжаем проходить мод, мы уже начинали его, модов новых практически там не выходит, практически снимать по факту нечего, поэтому снимаем пару вещей у соседа, снимаем продолжение этого мода. Ну и какие-нибудь другие игры. Скоро у нас выйдет что, FNAF новая часть, хоть что-то новенькое появится. Ладно, ребят, давайте, поехали. Нажимаем свой лайк, конечно же. Так, доброе утречко. Опять непонятно, где просыпаюсь. Чьи-то фотографии, где-то я его видел. Не помню где, ну вот честно, помню, где-то видел. Без понятия, вот где-то увидел и не раз видел. Так, и что у нас здесь? Есть домики? Ты только посмотри, какой домик. Какой однотипный домик-то, а? Потому что Василий спит. Василий, ты что спишь-то? Просыпайся. Что, медведь, что ли? Уснул он там, смотри-ка. Валяется, что-то спит. Пока спишь, у тебя вон всю квартиру сейчас ограбят, и вообще не весело будет. Будет ой, как не весело. Ну ладно, что ж делать-то? Буду вот ходить, сейчас ключи искать, непонятно чего. Непонятно чего, непонятно зачем. Что у меня же в глазах вот немножечко подетывает. Подтормаживает, я бы сказал. Ну бывает, что поделать. Василич такой дом построил, такой раз прекрасный. Так, ладно, ищем. Пофиг, пляшем, как говорится. Если долго искать, можно что-нибудь найти и куда-нибудь прийти. Так, а здесь что-то есть? Сверху что-то лежит. Нет, сверху ничего не лежит. Василий встал, ушел куда-то. Ну и правильно, иди отсюда. Не знаю, куда он пошел, наверное, по каким-то своим делам. У каждого Васильевича есть свои дела. Какие-то непонятные, но они есть. Вот, как-то так, так и живем. Так и живем. Так, ну ладно. Тын-тын-тын-тын. Опа. Опа. Василич настигнул меня. Василич, такие дела. Сколько можно бегать? Я не знаю. Бегаю, тут ерундой занимаюсь. Давай смотреть. Смотри, еще вот однотипно вот все вот так вот здесь. Вот Василич опять ходит. Василич, я у тебя тут, между прочим, пытаюсь что-то найти. Не знаю что, не знаю зачем. В твоем однотипном доме, который ты создал. Ты не думал у себя как-то там, я не знаю, там разные вещи здесь как-то по-разному здесь сделать? А то вот ходишь какой-то монотонной фигней занимаешься. Жизнь не должна быть серая, Василич. Не должна. Побежали на улице побегаем. Сейчас вокруг дома пробежимся. Ой, это ж как весело, да? Вокруг дома бегать. Ух, веселуха-то какая. Так, и где Василич? Что-то Василич потерялся. Ну ладно, потерялся где-то, пусть там сам себя ищет. Чем ходить здесь непонятные ключи искать? Может, он уже там домой вернулся, я ж испугался, а? Серьезно, кто строит такие дома? Вот прям честно, я играю в этот мод, я вот прям поражаюсь, зачем так однотипно строить, причем сделали так, что оно ж подтормаживает, в смысле, блин, я офигею прям. Спасибо тебе, второй голос! Ну прям реально как-то однотипно все. Как бы есть фантазии вообще нет, что ли? Прям вот как с утра вот встаешь на работу, идешь и вот так вот каждый день. Кофе, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Жизнь должна быть разнообразной, а не вот так вот однотипной. Если ты ходишь 5 дней на работу, каждый день одно то же. Если ты будешь ходить 10 дней на работу и будет одно то же, как-то ничего не поменяется. Вот и вот так же и здесь. Василич, иди сюда. Во-во, прыгай давай сюда.
А, то есть он сюда бегать не может, а он только прыгать может. Давай, 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 прыгай, прыгай. Молодец, Василич. Сейчас и упрыгивай нафиг отсюда. Не знаю, где он там, как он домой будет возвращаться. Сейчас медведи придут, его сожрут. И он офигеет вообще. Ну а что поделать? Жизнь такая штука сложная. Сложная невозможная. Ну вот реально, вот ходишь, торт. И чё мне этот торт? Мне от него вообще ни тепло, ни холодно. Ну есть он здесь. Так, давай дальше. Вот просто вот одно и то же. Вот. Зачем? Ну прям честно, ну серьезно. Я не понимаю. Однотипность. Ла-ла-ла. Вот такие вот дела. Да блин, ну серьезно, меня вырубает. Автор пишет, я делал этот мод с 27 числа и наставил одинаковых шкафов и так далее с 27 числа. То есть, ты, я не знаю, ты делал месяца 4 то, чтобы просто вставить одинаковые шкафы, одинаковые комнаты, одинаковые вещи. Зачем? Мне, блин, я вот сейчас реально вот бегаю в этот мод, и я себя ловлю на мысли, что мне было бы интереснее бегать просто, там, я не знаю, воровать вещи у соседа. Ну, серьезно, ну, блин, ну нафига? Ну, однотипность же одна, вот что в первой карте у тебя, что вот в этой, во второй, ну вот просто бегаешь и открываешь одно и то же, ты смотришь на одно и то же. У тебя нет никакого разного контента, ты просто делаешь одно и то же. Ладно, ладно, жизнь прохладна. Ну вот, ну чё, я вот смотрю, она одно и то же. Зачем я это делаю? Зачем? Непонятно. Непоняточки идут. Ещё и карта подтормаживает. Это не комп, это прям карта тормозит. Он так создал, представляю, как у него висит. Ну ладно, ну обыскал и не нашел. И вот еще одно. Еще одно то же самое. Замечательное. 1001 шкаф. Ох, веселушечки. Бьем баклушечки. Василич пришел, меня поймал. Пока я хожу, его одинаковые. И просто структура карты, главное, она сделана так, что... И я его никак не могу толком отвлечь, он меня, то есть, в любом случае видит, я никак не могу куда-то пройти, как правило. Единственный вариант его отвлечь, это пробежать вокруг дома. Потому что дом устроен так, и тут видно все другие комнаты. Вот... Я не знаю, серьезно. Вот что? Вот зачем? Для чего? Я даже не понимаю, для чего я это снимаю. Я просто зайду в редактор сейчас, да и все. Я не хочу заморачиваться. Давай смотреть. Так, это у нас что за комната? Так, вот это комната у нас. Ага. Так, смотри, сейчас как я угадаю. А может быть ключка лежит здесь? Опа-на, нифига себе ключ нашел. Вот это я молодец, вот это я стараюсь. Не, серьезно, я представляю, мне подписчики смотрят, я просто хожу, однотипные шкафчики одни и те же открываю. Пытаюсь там что-то найти, в смысле. Так, торт там, кстати, был. Так, ладно, тортик, нужен нам. Я не буду ходить, вот это все вот просто, это еще подтормаживает вообще, это ведь меня так обламывает, прям, ну серьезно. Вот опять я с ним побежал вокруг дома. У меня даже, вот даже нету просто второго входа официального в дом, это второй вход, я только могу через окна где-то залезть. А на улицах даже не лежит ничего, чтобы я мог взять и разбить, чтобы зайти. Зачем это все? Меня прям что-то максимально напрягает это все дело. Какое-то одно и то же, в смысле, бесконечное повторение. Для чего я это делаю, непонятно.
Вот как-то так вот. Зачем мне белый ключ? Ну вот просто куча вот этих вот одинаковых комнат. С одним и тем же. А, вот сюда мне белый ключ, и мне надо среди вот этого вот одинакового всего искать выключатель. Серьезно, да? Василич вон там попрыгал куда-то. Даже Василич что-то надоел. Он говорит, все, я в лес, говорит, пошел. С медведями, там, не знаю, там, это, медведицы, буду жить, в смысле, с ней вместе, где-то в одном месте. Говорит, и вот как-то так. Как-то так. Вот он реально аж Василич убежал. И вот я не знаю. Без обид, автор, ну, что-то нет. Я не буду проходить твой мод. Ну, я вот просто смотрю вот на эту вот всю однотипность. У меня вот единственное желание, которое вот это вызывает, в смысле, это просто вот взять, прекратить свои мучения. И мучения своих подписчиков. Ну вот просто, вот в чем интерес, если подписчик у себя перед глазом видит одну и ту же картину, как я подхожу к ящику, от ящика к ящику одному и тому же раз за разом и открываю. То есть, ну, я вот как объяснил, можно с пятницы, в понедельник по пятницу ходить на работу, там, грубо говоря. Там что, Васильич пошел назад, нет? То есть, ты встал с утра, пошел на работу, вернулся домой, лег спать, во вторник пошел на работу. Если это продлить до 10 дней, тот же самый режим, у тебя жизнь от этого насыщеннее не станет. Вот так же и тут. Ты идешь, открываешь из комнаты в комнату, и ты в каждой комнате видишь одну и ту же картину. И вот эта монотонность, она просто не меняется. Ты видишь одно и то же. Но есть же вот моды продуманные, красивые. А тут вот просто вот эта вот монотонность, вот эта вот серость. Я не люблю серость. Это как вот, почему машины вот черные, белые, в смысле, там не других цветов большинство. Вот так же вот и здесь, в смысле, вот просто вот эта бесконечная монотонность идет. Фишка привет соседу не в том, чтобы ходить, в смысле, открывать одинаковые ящики. Ну, блин, ну серьезно. Находиться в одинаковых этих. Я не знаю. Мод делать с 27 там, июля или июня, я не помню. И чтобы делать вот так. Там. А здесь, я не знаю, я сейчас залечу просто в подвал. Что-то мне вот вообще. Вот еще одна одинаковая комната. Просто вот мне ходить. Вот и вот и они все, они одинаковые все. Это не интерьер разный, это просто одна и та же комната. Вот вход в подвал у нас. Куда она хоть приведет, давайте посмотрим. Я не знаю, я сейчас... А, ну все, у нас конец здесь. White Neighbor. Все, ребят, мы прошли. Ну я не знаю, у меня реально нету какого-то желания, в смысле. Прям вот, я себя прям реально, я вот прям это бегаю, прохожу, если ловлю на мысли, что я... Вот что мне даже... Воровать вещи у соседа интереснее, что я бегу, уровень поинтереснее выглядит, а не так вот по какой-то серой обыденной жизни гоняю. Ладно, ребят, если понравился ролик, что вряд ли, подписывайтесь на канал, с вами, как всегда, был я, Лёха Смерть. Всем отличного настроения, всем удачи, всем пока, увидимся.